Продолжая свой хобби-влог, хочу показать, у меня пришел такой небольшой сюрпризик, подарочек от Наташи. Наташ, привет тебе и огромное спасибо. Такой, с днем рождения тоже пришел. Так, отсвечивает такая вот открыточка, подписанная от Наташеньки. Ну и вот такой небольшой сюрпризик. А к дню рождения такие вот закладочки совушки. Наташа знает, что я люблю совушек, и прислала мне вот такие вот совы. А Наташа, огромное спасибо за поздравление, за то, что не забыла, вспомнила обо мне, за подарочек такой замечательный. Обязательно пригодится. Буду использовать закладочки в своих раскрасках. Ну и просто замечательные закладки. Такие вот совушки. Что такое? Камера не хочет прям. Из-за целлофана, наверное, бликует. В общем, буду использовать. Спасибо тебе огромное. Продолжаю свой хобби-влог. Раскрашиваю вот этого Средиземья. Я пропустила. Да что ж у меня камера бликует. Все. Пропустила. В прошлом месяце не раскрасила иллюстрацию. Мы красим по порядку сыры, я пропустила. И в этом месяце у нас вот это вот с пауком. Поэтому я сижу потихоньку, крашу. Ну, сразу разворотом. Пытаюсь раскрасить, по крайней мере, сразу разворотом. Не знаю, насколько получится это хорошо, потому что, честно говоря, у меня как-то не идет работа. Не получается. Не знаю почему. Сейчас я попробую. Немножко у меня что-то сегодня. Все через через пень-колоду. Мне хотелось, как и в фильме, чтобы это был больше такой и вот желтый осенний лес. Потому что по фильму сюжет, да, там все такое вот. Таких тонах, но как-то вот не получается пока. В любом случае, это только начало. Я надеюсь, что потом получится. Мне смущает немножко вот в этом углу пустота. Я не знаю, что тут с ней делать, как быть. Да, честно говоря, пауков никогда не красила. Даже не знаю, как вот это все обыгрывать. В общем, буду красить, посмотрим, что получится. Раскрашу пока что полихромусами, а там дальше посмотрим. Как вот быть с этим углом, даже, честно говоря, не представляю. Продолжаю свой хобби-влог. Решила пораскрашивать в Creative Heaven. Такая вот весенняя раскрасочка. И мне бы вообще в идеале хотелось задействовать в этот раз вот эту вот первую иллюстрацию. Так как еще все еще весна пока что. И мне бы хотелось раскрасить именно вот эту вот иллюстрацию. Они все весенние, они все красивые. По-своему каждая вот оригинальная. Ну, не знаю. Я сидела, думала начать с первой. Так как, ну, с самого начала все-таки. Здесь у нас двойка, это желтый. Раскрашивать хочу непосредственно вот этими фломастерами с фикс прайс набор. Здесь 60 штук. Ну, дабы их тоже поиспользовать. Обыкновенные фломастеры, но мне просто нужно же где-то их использовать. Нужно ими пользоваться, раз взяли. Фломастеры неплохие, в принципе, красить можно, но здесь вот смотрю, немножко пытаются скатывать бумагу. И не критично, если не елозить. Здесь односторонние иллюстрации, если даже протечет на следующую, на другую сторону, не страшно. Тут больше переживаю, что, видите, пытаются. Появляются эти вот катышки. Я больше переживаю, чтобы сюда ничего не попало, не пропечаталось. Вот у желтых фломастеров, маркеров есть такое еще свойство. Даже если что-то подкладываешь, когда красишь,
Через время потом смотришь, когда уже все высохло, убрал, там закрыл раскраску. Через время смотришь на обратной стороне. Все желтое. Не знаю, почему так получается. Ну вот. Есть такие моменты. В общем, решила, так сказать, остатки роскоши. Осталось совсем чуть-чуть. Тут уже осталось буквально, может, неделя, полторы до начала лета. То есть весна уже заканчивается у нас. Конец мая. И, конечно же, хотелось бы успеть, ну, все-таки что-то весеннее еще пораскрашивать. Мне не принципиально, я могу и летом весенние иллюстрации пораскрашивать. Ну, знаете, всему все-таки всему свое время. Нет. Всегда хочется вот задействовать. Нет. Допустим, сейчас весна, хочется задействовать такие вот весенние иллюстрации все-таки. И я решила, что надо тоже ловить момент и пораскрашивать немножко. Ну, заодно и поиспользовать фломастеры, потому что фломастеров много. И в последнее время стало мало раскрашивала. Поэтому обязательно нужно поиспользовать, я думаю, фломастеры. Так что мы с вами будем раскрашивать. Я пока не знаю, пока не решила, это будет такая одноразовая акция, так сказать. Раскрашу только вот эту иллюстрацию, или я раскрашу здесь несколько иллюстраций, или я раскрашу еще в другой раскраске что-то фломастерами. Не знаю, будем смотреть, пока не решила по настроению, да. Сначала раскрасим одно. А там уже, если будет настроение и время, то раскрасим, может быть, еще что-то. Бывает так, что планируешь раскрасить одну иллюстрацию, а в итоге раскрашиваешь там две, а то и три, и четыре. Бывает, планируешь много, но выходит в результате одна с горем пополам. Бывают и такие моменты. Ну, ничего страшного, я думаю. Будем рассказывать. Вот такие вот в данном случае тюльпанчики получаются у меня. Желтые. Очень красивые тюльпаны. Нравится мне, что получается. Ну вот, за исключением, конечно, то, что они немножко все-таки скатывают, умудряются скатывать здесь бумагу. Это, конечно, нехорошо. Мне не нравится. Можно, конечно, взять другие фломастеры, но мне бы хотелось и эти задействовать, так как, ну, хотелось бы поиспользовать. Вот такие вот получаются у нас желтые тюльпаны. О, вестники разлуки, да, кто помнит Королеву? Так, значит, дальше у нас тройка. Тройка — это светло-оранжевый. Хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас мы будем искать. У меня прям они все очень темные, оранжевые. Ну, вот такой вот желтый, он, наверное, больше будет подходить к светло-оранжевому. Вот так вот. Я думаю, самое оно. Потом можно будет пройтись еще раз. И будет здорово. Мне хочется в это, по крайней мере, верить. Ну вот, в общем, вот так вот у нас с вами получается. Продолжаю свой такой небольшой хобби-влог. Раскрасила я первую иллюстрацию, как и хотела. И решила продолжить раскрасить вот эту вот
Не знаю, собачку с цветами. Пока есть настроение, хочется поиспользовать фломастеры. Так, где она у меня? Вот эта собачка должна быть. Буду ее докрашивать. Раскрашиваю, как уже сказала, фломастером. Немножко вот трогаешь, шершавая бумага. Чуть-чуть все-таки царапают, да, и скатывают бумагу. Но ничего страшного. В целом сильно не протекают. Вот видите, чистая бумага. Неплохие фломастеры. Можно красить, получается ярко, интересно. Ну, бывает, конечно, чуть-чуть не хватает каких-то оттенков, но в целом я довольна. Вот такой вот день, легкий, лайтовый. Потихоньку сижу, раскрашиваю. То карандашами, то фломастерами. Ну, вот. Собственно говоря, что я и хотела вам показать, рассказать. Ничего примечательного. Потихонечку крашу. Всем спасибо, что были со мной, что смотрели меня. Хорошего всем настроения. У нас прохладно, дождик уже какой день подряд идет. Ну, на то она и весна. Мы рады этому, что хотя бы весна, а не снег. Всем хорошего настроения, вдохновения. До лета осталось буквально неделя, если не ошибаюсь, да, там плюс-минус. И будет у нас с вами лето. Всем спасибо за внимание и пока-пока.